Друзья, привет, YouTube! И это продолжение предыдущего видео. Как вы видите, работа еще мокрая. В общем, решила я ее переделать. Слишком она уж вся такая дробленькая, дробленная, мелкая. Не нравится мне все это. И поэтому я по-быстрому буду исправлять. Буду использовать всю ту же поливинилоцетатную краску. Попробую исправить на самом деле. Не знаю, что получится. Либо загублю, либо сделаю что-то хорошее. Будем надеяться. Ну вот, друзья, вы видите, что у меня получилось. Мне кажется, даже при таких цветах мне все равно это больше нравится, чем то, что было. В некоторых местах очень вот эти места похожи по цвету на агат. Есть такой камень. Вот. Ну, высохнет, посмотрим. Дальше, наверное, уже делать ничего не буду. Напишите в комментариях, а вам нравится такой вот результат или нет. Для меня он просто как-то поближе, наверное, все-таки, чем предыдущий. Ну, а на этом все, друзья. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всех благ. Пока-пока.